для организма это очень большой стресс. И говорить о том, что я ехал там первые этапы быстро, а сейчас, ну, как бы меня сломало, это совсем не то. Шестой этап Red Bull Trans-Siberian Extreme стартовал на Цветном бульваре в Тюмени. Продолжительность маршрута 614 километров. Сейчас ветер немного уменьшился, и я попробую немного разогнаться и сократить разрыв, чтобы получить возможность отдохнуть подольше. Between the stages, well, what we have been planning is we're planning for the worst case scenario, which means just arriving at the very last minute. If that's the case, he will have very short, very little sleep. Предстоящий ночной старт в день финиша предыдущего, шестого этапа – дополнительная сложность для атлетов. Риск не успеть полностью восстановиться за короткое время больше всего угрожает тем, кто двигается медленно. Ночной старт – сложная и необычная штука. Но когда ты так устал, уже не важно, спишь ты ночью или днем. Я засну, как только голова коснется подушки. Sixth stage of the Red Bull Trans-Siberian is still in progress. We are both dead. Атлетам было настолько тяжело, что у некоторых начались проблемы со здоровьем. Сегодня очень тяжелый этап был. И в конце меня чуть поломало, заболела нога, стреляла очень сильно. Блин, еле доехал. Этап очень тяжелый, самочувствие очень плохое. Победителем шестого этапа с результатом 19 часов 41 минута 35 секунд стал Пьер Бишев. Владимир Гусев отстал от него на 7 секунд. Микаэль Кнутсен финишировал почти через 2 часа после россиянина, а Марсело Флорентино Суарес проиграл датчанину еще час и 17 минут. Амит Самарт ехал чуть меньше суток, а Патрисио Дусе едва уложился в лимит, проехав маршрут почти за 26 часов. Я не учел смену часового пояса и думал, что у меня есть еще один лишний час. Когда я понял, что ошибся, пришлось серьезно ускориться, чтобы вписаться во временной лимит. Седьмой этап Red Bull Trans-Siberian Extreme стартовал на площади Бухгальца в Омске. По продолжительности маршрут почти равен предыдущему – 611 километров. Тем не менее, этот этап не похож ни на один другой. Единственный раз за всю гонку атлеты стартовали ночью. Владимир Гусев совершил первую остановку еще в черте города, вызвав команду механиков. Он расслабил шип с помощью шестигранника и сдвинул его, поставив так же, как и на другой ноге. Еще ни разу за 4 года до Владивостока не добирались все атлеты, стартовавшие в Москве. В этом году первый сход случился на седьмом этапе. Боль как бы неимоверная, и я просто не могу продолжать массировать свой организм, чтобы потом ходить на костылях. Это не стоит того. Все-таки есть предел нагрузки у организма, и коленный сустав, он страдает достаточно часто, и поэтому можно сказать, что это достаточно типичная травма для этой гонки. Считавшийся главным фаворитом гонки Владимир Гусев выбыл из генеральной классификации и больше не может претендовать на победу и призовые места. Он вкладывал слишком много сил в эту гонку, задавал слишком высокий темп и практически разрушал себя, заставляя других гонщиков поступать так же. На данный момент официально он сошел на 60-м километре и будет продолжать движение уже в категории минор. По приезду в Новосибирск будет пытаться исправить, чтобы продолжить движение. Соответственно, будем смотреть дальше. Победителем седьмого этапа стал Пьер Бишев с результатом 19 часов 8 минут 39 секунд. Второе место занял Микаэль Кнутсен, проигравший лидеру больше 3,5 часов. Марсело Флорентино Суарес отстал от датчанина на 4,5 минуты.
Амит Самарт финишировал еще через 19 минут. Последним, снова едва уложившись в лимит, пришел Патрисио Дусе. Владимир Гусев покинул основной зачет и теперь соревнуется вне генеральной классификации.